Всем привет, дорогие друзья! Большой-большой привет из Аланьи. Отель Панорама, 4 звезды. Сегодня у нас чего-то, знаете, как-то пасмурно. Что-то, смотрю, солнышко скрылось за облаками. Просили меня уточнить, вот бассейн подогревается здесь в какое время года. Здесь, знаете, не говорят они по-русски. А, я Юлю попрошу. Сейчас Юля у нас очень хорошо говорит по-английски. Мы познакомились здесь. И спрошу, чтобы она на ресепшн спросила. Сегодня, как всегда... Здравствуйте! Как всегда, день начинается. Завтрак, идем на море. Написано по прогнозу, что будет дождь сегодня. Так что денечек такой. Если будет дождь, пойдем, значит, опять по магазинчикам походим. Многие пишут и не понимают. Мы сюда не только приехали на отдых, но и на работу в том числе. Задача, я снимаю видео по запросам. То есть вот просят люди показать: Лен, покажи, что купить, где купить, какие вещи, что сколько стоит. То есть каждый человек... перед тем, как сюда ехать, смотрит, ну, я имею в виду тот, кому это интересно, смотрит, на что ему ориентироваться, какие цены, какой курс, и так далее, и тому подобное. И если мы ходим по магазинам, это не значит, что я там скупаю вещи тоннами, да, у меня этих вещей море. Моя задача показать, сделать обзор. Вот этот торговый центр новый, он только открылся в Махмутларе. Многие про него не знают. Моя задача вам показать, облегчить, может быть, кому-то участь. Допустим, будет он в Алании, ему не надо туда ехать, понимаете? Он поедет, время потеряет. Время самое ценное на отдыхе, что нужно экономить. Поэтому, дорогие друзья, сегодня, как всегда, день с нами. Вот здесь вот на втором этаже какой-то, сказали, очень хороший бар. Мы там еще ни разу не были. Имеется в виду, что очень красивый вид оттуда открывается. А? Да давай на море, наверное. Будем кайфовать. Знаете, как? Ты когда на море лежишь, у тебя и вид свежий. Здесь что-то уже занято. Да, здесь. Забыла сегодня тапки. Мити одела с утра. Ну ладно. Давай сюда. Мы не то, что сейчас занимаем место, просто ходить с этими полотенцами. Обещали сумку, говорят, что вы с рюкзаками ходите. Вот в рюкзаках полотенце по территории с собой несешь. Море. Море нормальное, можно уже купаться. Да, не так, что часами, но купаться уже можно. Кто пишет, что там делать в мае? Ну, что делать? Отдыхать, купаться, загорать, что делать? Наслаждаться. Какая красота у нас. Осталось выбрать место. О, Оксана, здесь с утра выпечка. Очень вкусная выпечка. Здесь повар такой классный. И прям, ну, вот эти вот с шоколадом посыпанные. Мне очень нравятся штучки, печенюшки. И песочных очень много пирогов, которые я просто обожаю. Я вот бисквитные не очень люблю. А вот такие вот просто посыпанные сахаром. Это прям... наслаждение. Так, я взяла себе вот так вот яичницу. Сейчас мы пришли, самое такое активное время. Все люди здесь. И, ну, вот три человека надо подождать, допустим, чтобы яичницу сделать. Но вот в таком виде она же всегда есть уже готовая. Поэтому не обязательно. Есть оладушки, есть йогурты, есть сыры. Ну, в общем, подробный обзор я вам делаю. Поэтому повторяться не буду. Пока я вам показывала вот эти штучки, обернулась, там целый поднос был. Обернулась, прям буквально секунду поставила тарелку вот эту сторону, там две штуки осталось. Представляете, они здесь такой популярностью пользуются. Апельсины сейчас кислые, поэтому политы медом. Ну и, соответственно, яичница, картошка, зелень. О, Юля, кстати, пошла купаться уже. Сейчас спрошу у нее кое-что. Вчера наши зрители говорят, а что вы, говорит, наверх в бар ходили? Мы говорим, нет, как же упущение такое. Это вот тоже, видите, корпуса нашего отеля. Здесь есть блок А и блок Б. Вот этот блок Б. То есть нужно, когда бронируешь, узнавать, в какой блок вы хотите, вот там, где мы, то есть, ну, не очень удобно, да, там маленький, он потише там номер, но смотрят все вам в окна. Вот здесь
будет на дорогу смотреть у вас номер. Ну, тоже как бы кому что нравится. Вот наглядно вам Western Union обменник. Вот Western Union. Обычно вот в этих обменниках всегда лучше курс, чем в других обменниках. Обратите внимание. Ну и, соответственно, это вот наша противоположная сторона. Так, а мы поднялись тем временем к нам в бар вот вечером здесь. А мы здесь ни разу не сидели. Ну и мы вообще, собственно говоря, первый раз сюда поднялись. И здесь открывается великолепнейший вид на гору. Во сколько только работает этот бар, я что-то даже не знаю. Сейчас вот такая вот панорама здесь. Почему отель называется «Панорама»? Потому что здесь, посмотрите, какая панорама. Панорама из панорам. О, слушайте, классное место. Как мы его так пропустили. Вообще лепота. Вот такой вот обед. Ну, как всегда. Зелень, мясо. Какой-то пирог взяла. И огурцы соленые. Здесь они не просто соленые, а еще плюс острые. Пришли в номер, а здесь такой аромат. Сейчас помыли нам чисто-чисто пол. Застелили. И прям что-то такое они туда добавляют ароматическое, что очень... Ну, я, правда, единственное, что я не могу, мне нужно, чтобы обязательно был открыт балкон, чтобы воздух свежий шел. Мы не включаем кондиционер, поскольку, ну, я вообще не любитель, я простываю от них. И поэтому так, все, сейчас собираемся, выходим на прогулку. Так, сейчас, погоди, что-то такая эта машина низкая. Мы сегодня... Следующая часть дня у нас... Первая часть дня отдыхали на пляже, потом едем в гости к Инусику. Едем в гости к Инусику, взяли с Оксаной такси, решили пешком туда не идти. Решили проехаться с ветерком. Сейчас посмотрим, сколько у нас будет на таксометре. Уже изначально 23 лиры, да? 20 было лир. Изначально, когда садишься, уже 20 лир на счетчике. Мы вчера ездили в агентство. Оно дальше находится. Мы заплатили 200 лир, потому что мы договаривались на улице, сколько за сколько мы поедем. Сейчас по таксометру ближе расстояние 90 лир. По таксометру нужно, ну, сколько раз уже? Ну, ладно, мы вчера торопились, нам некогда было, поэтому поехали. 90 лир, поездка, ну, 5 минут где-то. Это сколько? 270 рублей, нормально. Тюина, какая красивая ваза. И Евгений Онегин. Это вообще красота. Почему? Известный блогер в действии. Ты мне в прошлый раз, что я это... Сейчас посмотрим, кто лучше. Нет, я... Девочка, ну мы женщины, мы должны уметь нет, все. Нет, я не умела, вот не честно только, скажу. Не только полы мыть. Если вы его не стрясли, пока шли... Нет, нормально. Мы ехали. Дело в том, что лет 5 тому назад или 6 я не умела открывать шампанское совсем. И мог только мой муж. И я, а я его не было, и что-то вот как-то я хотела открыть. Ура, Новый год! Обалдеть. Инна еще быстрее, вот чем я открывает. В общем-то, у тебя первое место по открытию. Девочки, у меня сыр есть. Не надо еду. Я тоже, знаете, сделала вывод, что вы после да. Да, после обеда. Да, поэтому. Мы здесь и так уже набрали, на все включено. Да, я раньше набрала. Нет, дайте расскажу. Я, в общем, облила все. Ага. Вот я облила этим шампанским все, потому что я не умела открывать. Оно у меня взлетело. Можешь снимать Лену. Взорвалось. Да, и... Она такая красивая, что бы ее не снять? Я красивая. Конечно. Я красивая, слушай, я красивая. Вот. Ну, давай, давай, рассказывай. А это я купила вчера, кстати. Посмотрите, бутылка просто на 3 бокала. Ну, бутылка 750 грамм. Там по 200 грамм в бутылке. Все, 200 грамм. И градусов там практически нет. Я вот налила неровно, потому что я наливала сверху. И когда ты научилась? Вот, потом видите, стала учиться, ты что ты делать, не стыдно стало. Да, кармен прирожденный. Вот эту мы вчера кофту купили в Мави, если кому надо, обратите внимание. Я же закрыла генишлиф. Нормально, не надо. Я же закрыла генишлиф, чтобы солнце. Ну, смотри, как у меня хорошее изображение. Так, иди сюда, Оксаночка. Я тебе хочу показать, какая у меня хорошая. Покажи, покажи. Вот у меня, видишь, как Samsung. Вот Samsung. Но это у тебя та камера, а ты фронтальную сделала. Ну, фронталка у меня не очень. А у тебя дороже телефон, Лена? Ну да. Не, ну фронталка тоже за... Ну, в общем, 700 лир такая стоит. Обратите внимание, в Маве.
За встречу. За встречу, да. И гулять. За встречу. Как прохладненько у тебя дома, очень мне нравится. Нравится. Такая жара на улице. Ну, хорошее, сухое вроде. Ну, оно уже нагрелось, мне кажется, да? Ну, конечно. Да нет, мы живем с холодильника и на такси. Но и с холодильником все равно успела. Да? Пока мы 10 минут болтали, оно у нас... Ну, погляди, что у меня в холодильнике. Жирная курица, насколько я вижу. Я завтра буду суп в варганить. Колбасы, море. У Инны правильно. У Инны правильное питание. Перчики. Самое главное, это вот это вот. Девочки, да-да. Девочки, смотри, какие картошки сегодня купила отменные. Сколько килограмм картошки стоит? 24 лиры, что ли. Погляди, какие картошки. Нет, ну видно. Хорошая картошка. Мы вспоминали сегодня. Мы в том году за месяц похудели, по 8 килограмм сбросили, потому что мы жили здесь. И питались клубникой, персиками. Ну, вот таким вот всем. Девочки, я мороженое купила. О, вот это хорошо. Вот это тема. Смотрите, картошка здесь 72 рубля. А в России тоже картошка 50, 60, 70. Мы в последний раз с Юрой в Ашане по 19 купили. Пельмени есть. Пельмени купила. Да, боже мой, мы же только что с обеда. Я мороженое достала. Ну-ка, мороженое. Мы как в том году вот это покупали. Кардор. Нам очень нравилось. Только мы с шоколадом с каким-то покупали, да? Шоколадной какой-то этой прослойкой. Очень вкусное мороженое. Обожаю шампанское с мороженым. Еще если сверху кофейком запить. Это вообще будет шикарно. Сидим, рассматриваем Инна украшения, да, очень красивые. По 10-му кругу. У меня, давай. Кто помнит, такие были с топазами. Такие красивые. А у Инны с аметистами такие. Красиво смотрится. Ну, да, достаточно крупный камень. Да. И прям кирпичики. И перстенек. Не, у меня, многие мои тоже знают, зрители. Давай, перстенек. А я не могу похвастаться такой коллекцией. Посмотрите, какой. Красиво. Очень красиво смотрится. Ну, подожди, покажи. Да. Не, красиво, да, действительно. Ну, конечно, знаешь, в одно время они были очень такие, знаешь, как сказать, модные вот эти вот... Камни? Да, он крупный, вот именно как... Крупный, да. Да, крупнота камня. Он такой богатенький. Прикиньте, у нас сыны один размер. Да, да, я мерила линии на кольцо и... Да. Ну, смотрите, короче, один размер, мы уже все померили. Да. Смотрите, как смотрится. Вообще обалденно. Ну, твои... А ты смотри, с ногтями. Вы видите? Я не знаю, мне надо подарить его, да? Не, на телефоне, смотрите, нет, под ногти я должна была носить такое. Значит, мне нужно купить такое кольцо. На я подарит. Поняла. А вот о том, подарит красивая очень ли комплект или нет, вы узнаете в следующем видео. Интрига дня, да? Подожди, у тебя полосатое платье у тебя для дома. Да, а вот сейчас с вами пойду, девочки, запоминайте. Цена 59 лир, штанишки, я называю цены. Слушайте, хорошо. И кофта куплена в Саканханге лет, наверное... Блин, скажи ты, блин, что у тебя кофта стоит 3000, а брюки стоят 5. Да. Девочки, как есть. Как есть. Как есть, девочки, я же правдивый человек. Как да. Есть, все, идем гулять. Потрогай. Ну, хлопок, это Вайкики, Вайкики или нет? Вайкики? Нет, тут вот, государственный магазин. У тебя такие вышки, что... Ой, слушай, а такое качество. А где такой? Ну-ка нам сегодня покажи, где такой государственный магазин. Вот, на автостанции. А покажешь нам? Пошли сейчас. Ну, 59 лир-то. 59 лир. Все, девочки. Заинтересовались. Ну, 59 лир. Надо пойти посмотреть. Нет, на самом деле, качество хорошее очень у брюк. Ты понимаешь, что мороженое стоит 159? Я знаю. У нас такси 90, а вчера 200 было лир. А брюк... Что ж ты за цены такие? Это для местных. Почему для местных? Я просто знаю, где покупать. Это вы же, дурочки, ходите по бульвару. А вот покажи нам секретную улицу, где покупать. Я покупаю бюстгальтера исключительно отличного качества, хэбэшного. И я уже отошла от гипюра. Где? У меня там вот магазин. Ну покажи нам. Покажешь? Покажу тебе секрет, что ли. Сейчас пойдем с вами, девочки. Лена, твое лицо отображается в моей вытяжке. А ну покажи мою вытяжку. Ладно, девочки, идем сейчас в секретные места, чисто для вас, где дешевый шоппинг. Я тоже люблю дешевый шоппинг, но мне не попадается, блин, что-то какие-то цены вообще все заоблачные. Мне пишут многие, говорят, лучше будем шопиться дома. Девчонки, я реально советую всем шопиться дома, потому что здесь цены,
Кофта вот 3000, еще какая-нибудь 5000, брюки 6000. Ну, как бы раньше была Турция действительно очень дешево. Но если мы сейчас за 59 лир найдем хорошие брюки, ну, я вам расскажу секретное место, может быть, вы меня поблагодарите. Не-не, езжайте со своей одеждой в Турцию, чтобы вам не приходилось покупать ни брюки, ни кофты. Ну и опять же таки, нам многие пишут, вот вы там теряете время на шопинг. Мы все для вас делаем, девочки. У нас все есть, можно сказать. Мы просто хотим сделать обзор, чтобы вы посмотрели, где что можно купить. И уже не тратили здесь время на отдыхе, а приехали и все купили. Все, вышли от Инны. Идем на прогулку, девчонки. Идем просто посмотреть везде, поглазеть. Просто погулять. Вот у кого-то бывает же такое, да? Но не все же с целью с какой-то ходят. А все ходят, ну, просто так. И мы идем, соответственно, просто так. Но заодно сейчас я хочу посмотреть, где что-то. Магазин дешевого белья. И брюк за 59 лир. 59 лир. Это что? 180 рублей. Я не верю, что есть такие цены. Вот. Штаны вот такие, как у Инны. Нет, по улице мы смотрим мушлому. Смотрите, вот так вот прям с дерева можно идти и оборвать. Слушай, Оксан, тебе... А можно еще одну? Вот так вот, где ведра, ведрами мушлуму забирают. Сейчас с протянутой рукой. Я, конечно, не наелась, да, мороженое сейчас сидела, ела. Ты шакюры дарим. Прикиньте. А, вон еще одно дерево с мушлумой. За бесплатно. Инна, хочешь мушлуму? Мушмулу. Я ее все время мушлума, мушмула. В общем, это, знаете, какая-то помесь типа яблока с абрикосом, я бы так сказала. Или типа... Клубника, апельсин. Ну, не, ну клубника, апельсин нет, она с обратной стороны шершавая какая-то, а внутри она сочная, но не как абрикос, знаете, мягкий такой, а все-таки как яблочко такое кисленькое. Это камин. В смысле камин? Ну, конечно же, я облилась. Зачем он дал мне эту мушмулу? Теперь у меня останется след. Лучше бы я ее не убрала. Сладкое слово. Халява. Понимаете? Иду ем мушмулу. Мушмулу, извините. Сейчас Инна скажет ориентир этого магазина дешевого. Ориентир-то же должен быть не из Греции. Нет, понятно, от Ататюрка. Автостанция, которая вот-вот. Вот здесь автостанция. 25 метров. И ориентир Вайкики. Тот, который старый. Не тот, который новый. А тот, который первый. Вайкики и вверх. Буквально 300 метров. В общем, от Вайкики вверх чуть-чуть. Да. Вот увидите вот такое вот здание. Свадебные вечерние платья очень красивые. И вы попадете к магазину государственному, с государственными ценами, с дешевыми для, ну, для всех желающих. Здесь вот есть еще какая-то кафешечка, называется My Bodrum Donor. Но я знаю, что вот эти подробности тоже нужны, потому что если кто-то вот вдруг будет искать по нашим стопам идти, то он во всяком случае сориентируется, что он идет в правильном направлении. А, закрыли. Вот он как называется. Есть, 8. 8. Без двух минут, да. Так, смотрите, напротив кебаба. Девочки, здесь лосины, здесь футболки, здесь бриджи, хэбэшное белье. Вот такие вот всякие штаны. Ну, в общем, он утоплен вглубь. Параллельно улице идет Ататюрка. Просто нужно чуть-чуть подняться наверх. Здесь очень большой. Вот такой вот магазинчик. Так что имейте. Здесь очень много, знаете, лифчиков, которые на чашке. Посмотрите, тут вот маленькие купальники висят. Ну, я вижу, ну, как бы цены зато. Понимаете, не $100 и не $50, а вот Инна говорит, брюки там 56 лир. Вот я купила брюки. А тут ценники какие-то есть? Да. Сейчас. Ценников не видно. А, 1200. А что 1200? Что-то я не помню. 1200. Слушай, на купальнике написано 1200. Это, наверное, не цена? Я не знаю, что там. Я никогда не попал. 3600. Что-то это дорого. 3... Ну как дорого? Не знаю, у меня 8000.
купали. Да-да, сейчас в Турции ничего дешевого нет. Я с тобой согласна. Многие думают, что приедут сюда, и здесь все чуть ли не за даром. А я шла мимо, были стойки достанные на улицу, и вот так вот висел товар. И я смотрю, цена 59,99. Думаю, а почему мне не взять? Я, ну, конечно. Нет, по качеству они хорошие. Так вообще-то я купила красные такие, типа как лапша. Такие, трикотажненькие. Нет, а получается, смотри, можно не только от Вайкики подняться, а еще от рынка можно подняться. Здесь кто знает рынок, то от рынка тоже можно пройти. А вот станция, да. Не автовокзал, а автостанция. Автостанция, и вот слева сразу магазин. Мы идем в Мави с Оксаной. Оксана хочет тоже купить себе там блузку. Хочу показать вам цены здесь в кафе, сколько что стоит. Вот, допустим, мясо какое-то с овощами 560 лир. Ну, чтобы вы понимали, сколько стоит поесть, допустим, в каком-то месте. Sweet and sour chicken. Что-то сладкое, курица с чем-то. 425 лир. О, Юли нет, жалко, она бы сейчас перевела. Ну, это что-то лапша какая-то, 335 лир. То есть рис 149 лир. Умножаем на 3, получаем цену продукции. Поэтому, соответственно, видите, что здесь народу практически нет. То есть кафе спросом не пользуется, потому что цены высокие. Креветки, допустим, 790 лир. Это 800 умножить на 3. 2400 порция креветок. А это наш с Оксаночкой любимый магазин, называется Сувен, где я покупала свою замечательную тунику, которая так триггерит многих людей, которая им не нравится, но нравится мне. Здесь очень хорошего качества нижнее белье. И вот здесь как раз-таки меня спрашивали по скидкам, сколько что, есть какие скидки где. Здесь, видите, написано 50% индири. Ну, давай посмотрим туники, какие в этот раз есть. 50% индирим. Сколько? Ну, это туники такие. Не очень приятного качества. Синтетические, я бы так сказала. А хочется что-то такое натуральное купить. Здесь что-то 3 по цене 2. Ну что, 3 купальника, что ли, покупать? Объясните мне. Нет, такое мне не нравится. Ну, может быть, кому-то другому понравится. Ночнушечки. Да я вообще что-то туничек не вижу, как вот в прошлом году были такие, как мы набрали. Сколько он стоит? Ну, 3000. Но хороший купальник, качество. Но это не купальник, это лиф только стоит, без трусов. Трусы еще дополнительно. А, вот, кстати, туники. Вот, туники тоже легкие. Сколько сейчас стоят? 1300 лир. 3900 стоит туника. Поэтому, кто мне вот это вот пишет про мою тунику, извините меня. У меня очень хорошего качества туника. И я ее ни на что не применяю. А таких, слушай, как таких, как мы в том году покупали, нет. Ну, другие есть, тоже не в. Уже сменился ассортимент полностью. Простите, есть. Зашли в Мави. Я Ване здесь вчера облюбовала очень классную куртку. Сейчас хочу посмотреть здесь. Но нам сказали, что она только в Террасити в Анталии есть. Куртка вообще улетная, просто джинсовая. Обалденного качества. Что-то такая, что надолго будет ее носить. Мы сказали, что здесь нет. То есть получается, что у нас ассортимент в нашем Мави даже еще и лучше, чем здесь. Больше? Больше, да, там в том Мави. Оксана утверждала, что здесь больше, думаю, который что... рядом с нашим отелем Мави. Ну так там же еще этаж есть. А? Нет. Это нам Инна говорит, мы вышли аллея тыкв. Да, ты приблизь. Ты приблизь, но сейчас тыкв. Там нет. Но сейчас тыквы нет. Потому что зима. Сейчас рынок один сплошной. Да, зима, их повесят скоро. Ага. Но вообще это... Будь здорова. Спасибо. Улица Баров это какая? Вот это? Вот это улица Баров. Вот это мы сейчас с вами идем. Улица... Но она тут начинает все работать. Ну вот Робин Гуд-то вот этот.
Начинает все работать, когда уже поздно. Что-то в 11 мы в прошлый раз что-то никак не могли дождаться, уже что-то не засыпали. Или в 12, слушайте. 15-9. Это, в общем, понимаете, не для нас. Не для старперов. Это улица Бар. Мы полчаса выдержали в этом бум-бум-бум-гам-гам-гам. Вот она. Станцевали свой коронный танец с огромной бутылкой виски. И были таковы, слушайте. Потому что всю программу, да. Все, я вспомнила. А вот это вот политический участок. А, смотри, улица Распутства и тут же полицейский участок. Все продумано. Это так, чтобы никто особенно не шалил. Ну, а прямо, друзья, у нас порт как раз-таки. Да. Порт, и уже с порта ты напрямую идешь к нам в отель, в панораму. То есть здесь, в принципе, заблудиться сложно. Зато здесь, посмотрите, как фонариками украшают деревья красиво. Очень мне нравится. Ты идешь, знаете, как вот такое какое-то ощущение праздника. Инна, стираются вот эти ощущения? Нет. Ну, то есть вот ты идешь, у тебя сейчас есть ощущение? Вот, праздник. Праздник. Что такое все ярко. А сколько стоит экскурсия на кораблике? Какие есть виды? $20 человек. $20 это дневная, ночная? Днем. 10 утра начинаем, 3 возвращаемся. А, в 10 утра выезжаете, в 3 возвращаетесь, обед и купание. Обед, все включено, напитки, кола, фанта, супер, бесплатно. И трансфер тоже заберем и привезем в отель. А какая из этих яхт? Можно посмотреть? Вот это вот. Можно зайти посмотреть? Можно зайти посмотреть? Бесплатно, давай. Да? Ну, это вам реклама на Ютубе. А вы тогда координаты свои скажите. Координаты я посмотрю, я самолюбцы, самолюбцы. Слушайте, самолюбцы. А как называется эта лодка? Гранд Тройс. Гранд Тройс. Надеюсь, я на этой лодке сейчас не еду. Он сказал, что можно зайти посмотреть бесплатно, как выглядит. $20 на человека, поняли, да? В 10 выезжаете, в 3 приезжаете. Так, ну вот так вот. Внизу. Здесь сиденье, и она трехэтажная. Посередине сиденье. Я не знаю, насколько она много набивается. Знаете, как, когда я люблю, когда все-таки ну, места какие-то есть. Сколько раз плавала, постоянно везде все забито. А, есть еще внизу какая-то палуба. И наверху, в общем, здесь купание привозят в чистый какой-то райончик, где водичка чистая, спускают. Вот эту вот штуку, трап или как он называется, боже мой, тут какая девушка красивая. Вот, и, собственно говоря, вы плаваете в открытом море. Но обычно гремит музыка здесь и так далее и тому подобное. А капитан обычно, он там, он танцует на балкончике. Здесь разные лавочки, локации, пофотографироваться. В общем, красота. А, тебе тоже сказала, блогеры, идите смотрите. Глядишь, кто-то еще сюда попадет. Ну, так, во-первых, большая, просторная она, и есть места вот для селфи, для фото. Прикольно. Кулер стоит, кстати, стаканчики. Здесь, наверное, мороженое, скорее всего, продают. А, ну и плюс он же сказал, напитки бесплатно. Ну, давайте сейчас у него координаты возьмем. Или как его найти. Очень красиво. Ну, так это. Интересно, там всякие пиратики всякие там. То все. А есть у вас эта визиточка ваша, нет? Дайте, я просто ее сфотографирую, я вас ее брать не буду. Для людей, может, полезно будет. WhatsApp, Uber, Instagram, все можно. Вот так вот можно заказать. Telegram. И $20 заплатить. Да? Спасибо. Вам спасибо. Угу. Мне написали, что хотят посмотреть поездку вот на таком вот паровозике. Вот цены на такой паровозик 3 евро. 45 минут он едет, 9 километров длина. Пошли погулять. Пикник фото. В 1950-х годах пляж Клеопатра был полностью. Вода, трава была до моря. Трава до моря. Его после этого из карьера щебень перевезли, песок и засыпали. Не было пляжа Клеопатра. А-а-а. Здесь рыбный ресторан какой-то. Все сидят. Говорит, он считается... Это считается одним из самых лучших, Ин. Да правда что?
Что-то как-то он не похож на один из самых. Он такой маленький, приватный, очень, знаешь, кстати. О нем не все знают, да? Конечно, нет. Он очень уединенный. Здесь местных очень много. Подожди, а где здесь? Ни шезлонгов, ничего, просто купаться? Да. Они не нужны. Вот он. Там вот верх. Судоходная. Вот и здесь считается чистая вода, да? Да, по воде проходишь, вон, видишь, вот он, вдоль стены. Ага. Ты вот по воде проходишь, понимаешь? Я поняла, что шлёпки он туда. Снимаешь, да, вот там вот пляж. И плаваешь. Да. Нет, а тут же тоже корабли же плавают. Что, сюда мазут этот не доплывает? Конечно, доплывает. Нет, уже кажется, что доплывает. Просто у нас... Но здесь вода как-то она более прозрачна, чем у вас. Может, течение какое-то здесь есть? Возможно. 21.09. Вечерняя молитва. Азан, это, по-моему, у них называется. Я все время песнопение. Ну, я не знаю, я, извините меня, я никого не хочу обидеть. В общем, знаю, что это вроде как азан. Мы сейчас пойдем здесь посидим в местном. Инна сказала, здесь государственное кафе с бюджетными этими ценами. Ну, зачем нам? Мы не голодные, мы наелись. Нам просто посидеть, покайфовать, чтобы не на лавочке сидеть, а где-то в кафешечке. Пришли в кафе, вот это вот государственное, рядом с мечетью. А здесь вот так вот абсолютно нормально сидит красавчик такой. Красивый какой кот, обалденно красивый. Поэтому люблю Турцию, обожаю просто. Супер! Ой, она еще беременная кошечка. Она беременная кошечка еще, потому что красивая очень. Так, а мы сейчас что-нибудь здесь... Какой-нибудь чаек попьем. Раз здесь хорошие государственные цены, да? Да. Да плюс еще будем любоваться на все эти виды. Приехал, все включено. Здесь на кафе, смотрите, мы сейчас сделали заказ. Тосты Айран. Нам написали, что Айран, тут по мне так 11. Может, это 11 лир Айран стоит? Покажи мне. Один на один. Нет, это 3, значит. Это три, значит. А, три палочки, это три палочки. То есть тут такая система, да, Леночка? Три айрана. Да. Что-то тут... Суп, да? Одна вода. Одна. А где тогда наши три тоста? Ну, он еще не принес их. Он еще... Вот таким вот образом здесь выглядят тосты. Слушайте, ну прям, он, может быть, на самом деле посоветовал не просто так. Ты не брала с тобой салфетки влажные, да? Вот, вот. Может, и брала. Вот. А, тут и салфетки влажные. Айран, я не пойму. Самое простое. Самое простое и не принесли сразу. Но вы видите, какая подача? То есть не просто вам принесли. Ага, а можно как, читал? Окей. Что такое читал? Билку принесли. А, понятно. Спасибо. Айранчик нам принесли. Инну сразу признали у нас за главную. Отчитываются ей, что они да принесли. Ладно? И самое главное, принесли трубочку. Вот Айран, чтобы вы там не ковыряли ничего, сразу трубочкой протыкаете, через трубочку пьете. И вот маленькие помидорчики. Ну, в общем, классно. Ну и пришли мы к нам в отельчик, распрощались с сыном, сейчас 11 часов, но у нас еще работает бар, ресторан, бар, вот с таким вот чудесным видом на море, на гору, смотрите, какая прелесть, красота. На этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь, как всегда, всем желаю добра, удачи, позитива, отличного настроения, увидимся с вами вновь, пока-пока.